Сутрика с бананчиком. Прочитал они тебе? Еще не такие. Спасибо. Давай сюда. Вот тут можно и полюбоваться слоном, и почитать информацию про него, просветиться. Петрушечкой слона не удивишь, у него на пруду столько свежей травки. Все, бананчиков не видно, и Дженни пошла. Скажет: Петрушка, меня не прельстите. Ого, высоченная тут забор. По сравнению с Дженни каким-то таким совершенно невысоким кажется. О, гора целая. Так, хотя вон уже и бананчики приготовили. Женя соломкой посыпала себя, теперь водичкой. Соломка станет мокрая и будет охлаждать спину Дженни. Задница-то лучше. Это гораздо веселее. А чего он повернулся-то? Потому что он поливается. И вот Дженни решила отдохнуть, взять паузу. Приняла душ, покушала. Можно и поспать. Или хотя бы подремать. Мы были близко. Крокодила. Очень близко. Вот. Вот, мама. Да, я вижу.